Впечатления самые приятные, прекрасно. После пандемии все соскучились бы друг по другу, поэтому очень хорошие впечатления. Полипластик занимается производством полимерных трубопроводов, и здесь, конечно, мы попали в самую середину. С одной стороны, мы видим потенциал развития полимерной отрасли, мы ее потребляем. С другой стороны, широко представлена инвестиционная карта развития инвестиционных проектов, как будет складываться ситуация в предстоящие несколько лет. И для нас это тоже интересно, потому что это уже для нас является рынком сбыта. Мы, грубо говоря, в самой середине интересов по данному мероприятию. Нам повезло. Все прекрасно организовано, все полностью в графике, комфортно. Сотрудники прекрасно коммуницируют, помогают взаимодействию. Да, я буду рекомендовать.